обслуживаю. Сейчас шкафы прольем. В общем, все сработало. Поехали отсюда, здесь неинтересно уже. Все. Тем более вы уже здесь были. Что? На YouTube канал хочешь попасть? Почему? Так, значит, что нам предстоит? Замена куска трубы от сих до сих. В прошлый раз мы вот тот переход заменили. А сейчас потекло где-то здесь. Где, непонятно. То ли отвод, то ли переход, то ли по стыку, хер пойми. Короче, решили отсюда до сюда поменять. Мы убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Короче, блядь, вовремя мы здесь пришли. Начал надевать этот шланг. И смотри, что произошло. Оп! Вот это да, блядь. Вот это бы шандарахнуло. А здесь городское 8 килограмм или 9, там хер я знаю. Вот это был бы здесь потоп. Лишань, еще бы чуток! Попало! Затопило бы нахуй. На нее надеть? Да, сейчас на нее и попробую надеть. Давай потом выложи отвод сюда. Потом придемся. Не, Андрюх, потом лучше подымемся. Сейчас по трубе можем взять. Илюха, а ты краску не брал сейчас? Ладно, хуй с ней. Потом я приду на обслугу покрашу. Давай, я пока разболчу, ты тогда режь. Не надо, я сейчас трубу снимки, я просто фотографирую все, и пошли нахуй. Все, здесь это просто. Мы же блогеры, блядь, ты думаешь, что? Серьезно? Какая прикольная информация. Давай ее на тебя. Ну, да, а потом вниз, а теперь вниз ее нахуй. Теперь на меня. Хомутик, я думаю, подожди. Нет, у тебя. Да, я вижу. Стоит водичка. Стоит? Стоит. Не двигайся.
чтобы открыть ту задвижку. Не надо. Нет. И проверить, держит ли эта задвижка. А так иди, значит, что не держит. Что держит это или это держит? А, ты имеешь в виду, если эту менять надо, то та не держит, да? Да. Ну, вроде нормально, стенка живая. Живая, да? Живая, живая, нормально, вон, видишь. Не гнилая, ничего, нормально. Пойдет. Пойдет. С этой стороны вообще хорошие. Ну, отводы нормальные были. Такой подход, я когда скажу. Да. Запиши Женьке телефон, чтобы он не стоял, и потом позвучка сделаю. Давай, конечно. Так, сейчас мы что делаем? Прихватываем вместе два куска, потом отмеряем, обрезаем и поднимаем. Ну, что-то кривовато. Так, прихватываем бока и смотрим лево-право. Не, по-моему, вот, во, что-то такое. Есть? Да, вроде есть. Сейчас крутим, смотрим. Что? Ничего. Сливается с полом, не видно нихуя. Мне кажется, чуть въебать хочет. Вот, вот сюда, да, да, да. Да. Еще? Ну ладно, пойдет, наверное. Прихватывай с этой стороны, будет нормально. Что, обрежем сразу, чтобы ее не крутить. Потом ставим ее сюда на насосы, и он здесь ее обкатывает по-быстрому. А. Ты придешь к нам в одну ночь, блядь, пока еще пару ночь есть. Там съемки будут, у тебя таких, блядь, выкрутасов и условий не бывает. Спасибо, не надо. 71 это прям вообще 71. А хуй его знает, какой отвод сейчас. Может, он тоже подрезан или еще что-то. Мы сейчас посмотрим? Ну, нет, новый точно. Ну, наш-то новый, а этот... Говорю им, надо менять этот весь ввод, блядь. Ни хера, пока не хотят. Ну, ладно. Без работы не останемся. Вот, подумал. Чуть другой получается. Он длиннее, да. Да, это длиннее. Получается, вот эту сторону подрезать надо будет. Вот я и хочу сначала вот это все обрезать. Прихватываем отводы и смотрим все. Нам надо сейчас вот эту высоту, чтобы... Да, 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 я понимаю. Поэтому я говорю, если мы спик этот вырежем... Ты думаешь, нам не хватит... Да, этот... вот этот пол сантима... Здесь байпас. Особо не отпустишь, да, здесь байпас. Же байпас. Поэтому по центру спика режем. Давай по центру обрежем. Да нет, ты так четко и не увидишь. Не, ну вот, то есть представляешь, по крайней мере габариты держат. Ну, останется зазор пару миллиметров, ничего нет, страшного. Пару миллиметров, это понятно. Так что можем даже по верхней части вот так отхуячить. Я тоже так думаю. Прямо, прямо вот, прям вот по стыку режем, стык вырезаем. А если маленькая болгарка, то она тоненько вырежет вообще. И все. Потому что я не могу даже разболтить, здесь залеплено. Сейчас еще будем прокладку как там отдирать полчаса. Андрюха принес диск Милуоки 125 на миллиметр. Сейчас проверим, что за диски эти. Ни разу не пилили ими. Плюс 20% lifetime. Написано. Это что значит? Долгоиграющий. Ну, 20% дольше служит. А, ну, давай, короче. Вот сейчас 150-й
стык обрежем. Хватит или нет? Насколько его хватит. Миллиметра 4, короче, ушло. Ну, ты нормально, я считаю. Да и я нормально считаю. По сварке, считай, отпилили. 150-й стык. Пойдет. Как-то так, да? Я вот тоже думаю, там можно низ чуть-чуть подрезать, и оно зазор уменьшится, да? А, да, низ и с этой стороны. Мудаки, блядь, которые здесь делали, обварили и снутри, и снаружи. Нихуя. Он отвод... длиннее, по-моему, чем тот был. Отвод, а переход подрежем. Да. Сейчас. На подставку становится, просто прихват вот. Вот с этой стороны сейчас отлично. Прожигай тогда дырку там. Все. Теперь ее как-то снять надо. А, болт еще один снизу остался. Ее... Поэтому ее снимем. Где вы поможете? Нормально. А что, Андрюх, вот здесь пусть и валит. Вот она стоит нормально. Ливник в отвод пришлось запиздячить, больше некуда. Ну, как был, в принципе, сюда и приварили. Раз, два, три стыка. И стул. Стул попросили еще заварить. Везде эти стулья преследуют нас. Так, ну что, заварили. Сейчас собираем, прихватываем и обвариваем. Опять можешь кран запаковать сразу. Хуй с ним, нет. Сделай нам, да, одну прихваточку, а потом обожмем кладец. Вниз сползаем.
Все, хватит. Все, можно обваривать. Ну как слесаря подогнали. Я думаю, ничего. Вроде бы. Ну вот и все. Краску мы, как всегда, забыли. Ну ничего, я приеду, покрашу. Значит, что мы им порезали? Ну-ка, подержи. Вот это был. Да ерунду там. Миллиметров 9-8. Значит, порезали один стык 150. Потом переход порезали. 150. 150 тоже диаметр. И 8 болтов. И 8 болтов на 16. Ну, в принципе, нормально. И он еще живой. Так я еще на нем заточил эти 8 болтов. Что? Заточил еще 8 болтов, он крепок. Ну, нормально. Так, открываем. Я хочу проверить ту задвижку. Мы закрывали вот эту и ту. Да, надо сейчас открыть. Если она будет ссать, мы услышим. Я таких больше вообще не видел. Обычно аккуратненькие. Нормально, карандаш. Это мы ее и делали. Да? Так, тихо. Блядь, получается, задвижки держат. Просто их надо долго сжать. Поднимает. Ну, немножко шевельнулось. Не, вот судя по тому манометру дальнему, видишь, там внизу. Да? Все, все. Чуть-чуть, наверное, держит. Ну, чуть-чуть где-то держит. Ну, затвор держит. Хуета эти затворы, блядь, короче. Он чуть ниже держит, давление больше его передавливает. Ну, получается, у нас уже и этот вот полный. Ну да. Ну это тоже надо открыть. Ну да. Ты же знаешь, что в пожарке все задвижки должны быть открыты. Да, и после насоса не должно быть. Мне рассказывал инженер. Тут что у нас? Все пучком. Тут тоже все пучком. Вода есть. Нахуй надо, там не трогай. Это водоканал, пизду. Вот, наша, вот так. Да не, может конденсат просто. Может конденсат. Ну, все мокрое. Ну, короче, все нормально. Сейчас ставим в режим. Толкнем, наверное, насосы, блядь. Автоматика отключена. Они же сейчас, в принципе, тут даже жокей сейчас не включается в автомате. Только в ручном надо поддавливать. Почему в автомате включается? А потому что давление тут высокое. А, то есть ему он, все, я понял. Ему хватает. Ему хватает, то у него сигнал. Да. Давление низкое. Да,
Сливаем. О, врубился жокей. Выключаем. Сейчас какой-нибудь основной. Сейчас и резервный должен включиться. Ну, давай. Ну все, автоматика работает. Включаем. Включаем. Открываем жокей. Подожмем вручную. Не рычи. Вроде бы все нормально. Тут держит. Там все отлично. Насосная в автомате работает. Че ты? Больше нет, стул не сломает. Нормально. Девки будут рады. Так, и там резьбу приварили. В принципе, все. Так, а что тут не держало, блядь? Что оно капало? Непонятно. Где-то отсюда оно капало. А ты знаешь, что здесь могло быть? Оно, блядь, с этого крана могло капать. Литься, и сюда оно стекалось. И под этот воображаемый хомут. Вот поэтому она и текла. Ладно, спасибо за внимание. Всем пока.